сегодняшнего дня использование светоотражающих элементов в темное время. Пешеходы – это самая незащищенная категория участников движения, особенно в темное время. Каждый 13-й пострадавший в ДТП – это ребенок. В тех странах, где использование световозвращающих элементов на детской одежде введено в обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6-8 раз. Это очень важное достижение. Применение световозвращателей пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода с фликером с расстояния 130-140 метров, а без него, в лучшем случае, с расстояния 25-40 метров. При движении с дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров. Световозвращающие элементы нужно прикрепить к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, велосипедам, роликам, таким образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар автомобилей. Рекомендуется закреплять световозвращатели с двух сторон объекта. Если желтый, а зеленый свет – иди. Будь внимательным и стойким. Тебе, когда к дороге подхожу, я маму за руку держу. Девочки и мальчики, все без исключения – изучайте правила дорожного движения. Когда к дороге подхожу, я маму за руку держу. Мальчишки и девчонки, а также их родители, на оживленных улицах будьте очень бдительны. Правила движения знать нам обязательно. Стань заметнее на дороге со светоотражателем.